В своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по развитию агропромышленного комплекса. В частности, поручил активизировать работу по возврату в собственности государства неиспользуемые земельные участки. Только в 2022 году вернули 8 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Для сравнения, это территория целой Чехии или Арабских Эмиратов. Подробности в следующем сюжете. 24 тысячи гектар неиспользуемых земель вернули населению в районе Акула Павлодарской области. Прокуроры выявили факты, когда участки бесцельно простаивали годами. За проявленное бездействие наказали главу территориального отдела земельных отношений. А остальные владельцы сельхозугодий срочно начали использовать их по назначению. По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тысяч гектар пастбищ. Кадастровой стоимостью 5 миллиардов тенге. К целевому использованию приступило 10 землепользователей. А это уже Костанайская область. Здесь в прошлом году в госфонд вернули больше 350 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Причем многие сделали это добровольно. Предприниматели признали, что не справляются со своими владениями. Остальные участки изъяли через суд. В 2022 году насчитывалось до 1 миллиона гектар недостаток. Мы перед собой ставим цель к 2025 году сократить недостаток пастбищ в 2 раза. Особенно вблизи населенных пунктов, в радиусе 10-15 километров. В текущем году мы ставим перед собой цель вернуть госсобственность 150 тысяч гектар. В основном нарушения выявляются в южных регионах нашей области, Амангельдинский, Жангельдинский, Наурзумские районы. Затем, как государство возвращает неиспользуемые земли, можно следить через специальный сайт jerkarta.garash.kz. А для контроля за справедливым перераспределением десятков гектаров совместно с партией Аманат запущен проект «Жераманата». Всего с 2022 года в государственный фонд возвращено почти 11 миллионов сельскохозяйственных земель. А до конца года государственные органы намерены вернуть 2 миллиона гектар. В целом, на текущий год есть поручение по возврату 2 миллионов гектар. Уже возвращено 860 тысяч гектар в собственность государства. С начала года проведено более 590 проверок. Часть материалов находится на рассмотрении уже в судебных органах. Более 200 тысяч гектар собственниками, землепользователями сегодня самостоятельно уже вовлечено в сельскохозяйственный оборот. Это тоже результат проведенной работы. В целом, на рассмотрении в судебных органах находится сейчас по возврату тоже около 500 000 гектар. То есть я уверен, что задача, которая была поставлена на текущий год, она будет выполнена. Для тех, у кого землю пришлось изъять принудительно, предусмотрены штрафы и ограничения на участие в конкурсах на получение новых земельных участков. Если брать по прошлому году, например, был изъят один земельный участок площадью 1 миллион гектар, это Карагандинская область. 250 тысяч гектар был изъят, к примеру, Мангыстауской области. У одного, имеется в виду, землепользователя. Работа по возврату в собственность государства неиспользуемых крупными владельцами земельных участков продолжается. Изъятые земли передадут новым собственникам. Им предстоит сделать так, чтобы родная земля работала во благо народа. Алишер Ашимов, Ануар Абдрахманов, 24 КИЗ.